У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Попадала!
пойду и сучару эту больную пацанчика чертила дрявой. Ничего, я тебя, суку... Братуха, сдаюсь я! Thank you.
В основном накапливается в Иве, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бездомные организмы. Открытое вещество вызывает серьезные патологии развития молодого людства и разнообразно, приводя к их быстрой гибели. Однако мои психологи в области ритуала за время эксперимента очень страдали, и добро потенциально. Похоже, практически не видит. Отрасль в одном удовлетворении значительное повышение доходов.
папа, ну хватит уже. Артём там, небось, не загорал. Ну-ка, паря, достал дрезину? Теперь тебе к вагономойке надо. Это последняя кассета. Только ты уже того, аккуратненько. 20 сентября. Я прям скажу. Сегодня все как есть бандиты. Проповедник. Так что, если что, то и как говорится. Что жировые молнии — это наказание за наши грехи. Какие еще грехи? Последний генератор сгорел. Ребята погибли. Ну ладно. Так мало грехов. Еще и бороться с ними надо. Молитвой, постом и оберегами. А эти-то уши развесили. Хорошо, хоть Роман его выставил. А то я уже Силанька этого за шкирку хотел. В общем, систему громоотводов из мракобеса решили отложить. Пусть своих обереги в день сначала покажет. 27 сентября. А Силанти-то не так прост. Его обереги и громоотводы и есть. Электрики наши вон сколько объясняли, как заземлять правильно. Да все же умные, кто там их слушал. А этот... Бог сказал так делать, и точка. И что ты думаешь? Вчера три молнии обезвредили, без потерь. Роман только недоволен, чудак человек. Какая разница, какого цвета кот, если крыс ловит? 5 октября. Силантий прав. От остатков оборудования надо избавляться. Молнии определенно реагируют на технику. А без большого генератора нам нормального электроснабжения и не видать. Так чего из-за мелочей рисковать? Проживем и так. Thank you.
не шмаляй! Не шмаляй, братуха! Я не при делах, реально! Чисто играли, как всегда! А тот же Ган мухлевать, походу, решил и спалился! Ну и пушку первый вынул! Я моргнуть не успел, а все шмаляют на! Непонятное вышло конкретно! Зуб даю, не при делах я! Если чё, за меня бобёр мазу тянет! Ты не шмаляй только! Что делать-то, блядь? Что делать теперь? И что это за кекс вообще? Открыли бы, что ли? Может, батер в оркестр не занес или что? А мне теперь что, огребать о него, да? Хоть бы не шмальнул, бля. Хотя, что ему? Я же чисто бармен. Кто бармена стреляет? Честная разборка была. Я реально не при делах. Никаких демонов не было, а электричество бесовское зато кругом было. Кто здесь? Гляди, еретик явился. Ишь, принесла нелегкая. Будто нам без того бед мало. Ты, я гляжу, человек приличный, чужак. Оружие спрятал, да веру нашу уважаешь. Но говорить нам с тобой сейчас некогда. Мы — воины-подвижники, электроборцы. Испытание у нас — электродемонов верою побороть. Вот ставим святые обереги. Дело сложное. Ошибемся, до утра не доживем. Да и молитвы верные прочесть нужно. Так что уходи лучше. Спасибо, что по-человечески ведешь себя, но... Опасно неверному тут быть. Да нас своим неверием погубить можешь. Не смотрим на него, братья. Трудимся со святой молитвой. Нам еще многое сделать надо. А что испытание из-за черта этого сложного нам не так на то более трудно. В общем, скоро увидимся, Силя! Ха, будет весело!